Ну что, мы очень рады, что вы все к нам пришли. Мы очень рады всех вас снова видеть. Каждый год мы играем в Московском доме музыки, да, как некоторые ходят в баню. И мы постарались приготовить в этом году для вас такой коктейль, начиная с того, что концертов аж два, как вы, наверное, знаете, сегодня и завтра. Ну и у них совершенно разные программы. Мы играем акустическую программу, которая основывается на нашей последней пластинке «Алхимия», поэтому она называется «Гаудета», логично, да? Значит, сегодня у нас будет акустическая «Алхимия», и мне тут напомнили, что где-то там в фойе все еще можно купить диски, если вдруг кого нет. И плюс еще в преддверии завтрашнего концерта, опять же, в фойе, если вдруг они еще остались, там продаются книжки. Про книжки я еще тоже потом поподробнее расскажу, но не будем растекаться мысли по древу, давайте, в общем, музыку играть. Песня «Гаудета» — это праздничный рождественский гимн. Надеюсь, что праздники у вас прошли хорошо. Мельница.
пусть осеет звезды, слышишь, гости мира нет неба. И скорее зерно стальное, горны верихие тропы, накрывая пеленою, дороги слили с тобой тумок влюбленный с ней. Thank you.
из ГМБ-квартета. Скажите, кто был на первом концерте, когда вы с нами принимали участие в выступлении? Не густо. Тем лучше. Thank you.
Я же кровь, да, кровь, я, я. Узнавай, кто твой
только звоном лени. Только звоном урва на востоке. Струну желаю я, а теперь нас. А теперь мой сердечный. Опять забыла, за нее же можно голосовать. В голосовалке чартовой дюжины. Твоя моя.
первое отделение нашего сегодняшнего действа подходит к концу. Настало время... Да? А, хорошо. В общем, настало время сыграть одну песню, которая тоже относится у нас, на самом деле, к рождественским синглам, только это очень страшный сингл. Она называется «Овечка», и вы, наверное, знаете, да, памяти кого я хотела бы ее посвятить сегодня? Боуи, конечно. Прощай, король гоблинов. Thank you.
Сейчас будет первое живое исполнение песни, на самом деле. По итогам издания альбома «Алхимия» и по отзывам, которые к нам прилетели, такое ощущение, что у слушателей возник образ белого рыцаря Льюиса Кэрролла, как-то, когда я пою эту песню, все рыдают. Или не рыдают. Поскольку сегодня такой очень специальный концерт, мы решили, так сказать, пойти ва-банк и вместо песни «Никогда» исполнить песню «Дредноут».
что снег, мы теперь тебя наверх, потому что не будет больше сил на свече, потому что жизнь и ход еще на век, ближе друг друга, дальше, 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 на высотах диска дороги, дальше мы бежим. Ничего с ним все стыдно, зажата в твоей руке. И не звезды, а мой лед, неземные дома, дома. Волосы пронзает небесный слот, опущенная стрела. Потому что смерть идет тебя на век, потому что не будет лучше смерть свяще. Thank you.
Я что не так не вас, а у нас же хозяин зеленого баса Алексей Кожанов. И вот барабанные установки. Сегодня еще не будет. Жить.
вот с гитарками, все вот это вот. И что получается в итоге? Вам команды еще и гитарные бархатовые рок-н-роллы. Thank you.
Это, наверное, спасибо вам, чудесная публика, и спасибо еще раз этому залу. Мы очень любим выступать в этом зале. Еще раз спасибо нашим бригаде «Невидимого фронта». Алексей Денисов, звук в зале. Алексей Зеленый, звук на сцене. Иван Иванович, старый свет, красивый. Олег, который выносит и вносит на сцене музыкальные инструменты, музыкантов. Раскинуться крестом, поверь, добрый вершиной.